Всем привет, ты на канале Turkey Space. Пойдем сегодня посмотрим, что представлено в турецкой Сефоре и по каким ценам. Пойдем. Шампунь от Мороканы 420 лир. 429 лир бальзам. Олаплекс маска 579 лир. Вау. Здесь есть этот бренд Milk, который не достать вообще в России. Его не доставляют. По 379 лир. Это у нас губы и щеки. Стик тональный. 620 лир. Так. Палетка от Наташи Деноне. Кстати говоря, кто в курсе, сколько стоит у нас Наташа Деноне до того, как она... До того, как все началось, и Сефора стала закрываться, она стоила 10 тысяч рублей. А здесь палетка от Наташи Деноне стоит 1100 лир всего. То есть 3 с копейками. Можете себе это представить? Я вот нет. Я 100 лет мечтала о Наташе Деноне, но меня ела жаба. Так, помады тут стоят тоже по 400 лир, 429. У нас помады тоже были несоизмеримо высокие. Блин, вот это вот крутая штука от Milk, кстати. Очень клевая. 500 лир стоит. Это крутой увлажняющий стик. Он супер увлажняющий. И очень экономный. Блин, кайф. А вот другой вариант стика. Арбузный. Блин, крутая штука. Такую я давно хотел. Так, это Rare Beauty. Помады под 359-369 лир. Вот такие вот румяна. 439 лир жидкие румяна. Очень шелковистые, очень хороший бренд. Так, это бронзер 479 лир и 459 лир. Праймеры по 500 лир. Так, что у нас еще? Так, это Нарс. Нарс цена примерно 680-650, тональники 990. Это тональник 990 лир. Оргазм румяна, очень самые популярные, 700 лир. Так, жидкий оргазм 460 лир. Помады по 550 лир. Их матовые помады, вельвет, которые 600 лир. Вот эти пигменты жидкие 600 лир для губ. Пойдемте дальше. Так, вот еще Нарс. 780 лир. Это вот последний, который выходил, тональник. Fenty Skin. Прикольная тоже штука у нее. Thank you.
Так, короче, тоник 849 лир. Для тела 609 лир. Тоже крем для тела. Для тела 919 лир. Баттер для тела 699 лир. Примерно все в таких вот ценах. Так, это что у нас? Не знаю, такой фирмы. Какой-то какая-то фирма Брио Гео. Кто знает, напишите. Не знаю такой фирмы. Дюсоу. 879 лир. Спрей для лица 639 лир от Гюсу. 1329. А набор от Гюсу 999 лир. Так, а что у нас тут стоит? О, это чисто турецкая фирма. Гюльша. Мист. Бьет в лицо сильно. Но вообще это люксовый бренд, чисто турецкая. 50 миллилитров, 109 лир. А еще у них есть крутая штука. Вот пудра для умывания. 259 лир. А это розовая вода. 169 лир. А это эксфолирующие диски. 209 лир. Так, это натуральный органический бальзам. О! Круто. Цветной. 199 лир стоит. И что это? Крем для рук, 109 лир. Так, пойдем дальше. Так, это малышки всякие. Drunk Elephant. Крем, значит, у них 1429 лир. Так, бустер гидросерум. Где цена? Нет цены, ладно. Вот этот. Так, так, зеленый серум 1729 лир. Масло для лица 819 лир. Лип-бальзам 379 лир. Так, вот эти вот крутые крема у них. Которые на руках превращаются в водичку. 1069 лир. 1069. Так. Для глаз 1269 лир. Так, скраб для головы 729 лир. Ретинол. Для лица масло ретинола. А почему на руку льешь? На лицо же сейчас я буду. А вот этот крем, блин, вот этот крутой у них крем ретиноловый. 1829 лир. Очень крутой крем.
Ну, хорошая пастифора. Мне нравится. Так. Блин, вот это тоже хорошая фирма. Не очень Зингис лист, она недорогая. Вот, допустим, не ацинамид, здесь минимальный состав. И, блин, я еще увидела фирму, которая у нас никогда и не будет. Стоят они недорого, 159, 199. Вот, например, ниацинамид, чистая гиалуронка, ретинол, серум. Так, Wishful от Huda Beauty, кто знает. Здесь она стоит 769, 729, 1129, 1039, 1039, 559. Так, Марио Бадеску. От 219 до 300. Ага, от 219 до 839 вот гиалуроновый крем. А Пикси от 519 до 639. Пойдем дальше. Так, сколько стоит палетка Huda Beauty? Ну вот моя палетка, 1199 лир. И вот эта вот такая же, 1199 лир. Помады по 379 лир. Так, вот эти карандаши по 319 лир. Тональный крем 719 лир. Так, Рен. Так, вот это оранжевая серия. 1159 крем, 939 маска. Это ретиноловая, которая. А фиолетовая 1549. И голубая серия от 700 лир до 1159 лир. Так, пай тоже, кто знает. Масла у них шикарные. 539 лир. А вот тоник кислотный от Рен 700 лир. Вот эти вот суперфудовые. Так, стоит вот этот тоник с 11% АХА кислоты 829 лир, например. Вот это прикольная штука.